Командор, орбитальные сенсоры засекли цель. Это могучий тиранид. Смысл существования зоантропов — передача психической энергии разума Улья. Эта победа поможет нам на всех фронтах, командор. Мы отбросим рой на шаг назад и выиграем драгоценное время. Кроме того, мы получим ценную информацию, которая поможет нам обнаружить первичный улей. Чему суждено произойти? Этот зверь должен умереть. Ставки известны, Таркус. Времена пламенных речей давно прошли. Я готов! Пошли дальше!
Останавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Это были атакованы. Авитус атакован. Цель, вперед! Пирамиды идут в атаку! Готово! Пошли за ним!
Император. Я не справился. Удачи. В атаку! Только мне, тварь. Мне одному. Защищаю сектора обстрела. Слушай, что так говорит, сын. Мы несем потери. Тиранины начали штурм.
Великая победа, командор! Библиарии говорят, что весь флот Улья стонал от боли, когда вы убивали эту тварь. И мы на шаг продвинулись к тому, чтобы получить биотоксин, необходимый для реализации нашего плана нападения. Мы были на волосок от того, чтобы получить генетически чистые образцы от этого зоантропа. Но он претерпел некоторые мутации. Хотя ценные сведения мы все же получили. И мы уже близко к тому, чтобы получить первичный генетический образец. Для чего нам необходимо найти первичный улей? Тираниды стремительно мутируют, сержант. Именно это делает их смертельным противником. Они постоянно изменяются, чтобы быть неуязвимыми для нашего оружия. Первичный улей содержит исходный генетический код флота Улья. Если вам удастся его найти, можно будет предсказать несколько поколений генетических мутаций. Да, если мы найдем первичный улей, это позволит нам разработать яд, который быстро убьет все разновидности тиранид. У них не будет времени, чтобы выработать противоядие.